громче было. We just heard a loud bang near the headquarters of the military headquarters here in Russia. Обращаюсь к гражданам России, к личному составу вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб. Как приграничный регион, стояли и стоим на страже нашей Родины. И не дадим мы сейчас развалить страну и разрушить государство. Наш главный враг обстреливает сейчас наши мирные населенные пункты. Вот с этим нужно бороться. Сейчас как никогда нужно сплотиться вокруг нашего национального лидера, верховного главнокомандующего. Убежден, только тогда мы одержим победу. Это 28-й все-таки? Смотри, полетел. Пошла, пошел! А он еще и ловушка! Глянь, горит вверху, самолет горит. И падает самолет. А? Глянь. Вон самолет вверху падает. Он еще, видишь, что-то падает, гля, дымит. А он еще. А, да ты его пусти. Шесть. Не снимать, не кажется, тебе так не дам. Видишь, как мне так? Я вижу. Сегодня предохранитель готовился к чему-то. По 10 грамм снять. Посмотри, что творится. Все на Ростов едут. Все чеченцы.